Третья часть увлекательного сериала «Акбар Салават Юлаев» завершилась победой казанцев. Накануне команда выясняли отношения в столице Башкирии. Родные стены уфимцам не помогли. Наши хоккеисты одержали победу со счетом 4-3. Шайбы в составе гостей забросили Никулин, Зарипов, дублем отметился Морозов. В серии «Барсы» вышли вперед. Салават Юлаев постарается исправить положение уже сегодня. Очередное противостояние соперников стартует в 17 часов.